Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Бабкин. Продолжаем проходить НФС. Так, и что у нас? Гонки на время. На золото две штуки. И обыкновенные гонки тоже две штуки на золото. Ну, давайте эту. Она вроде как сложная, посмотрим. Так, давайте начнем. Так, номер два нужно. Точнее, у кого меньше хп, того нужно и побить. Хорошо, вообще полностью разбить. Что это? А, это он меня волной, да, ударил? Блин. Ну ладно, если он догонит меня, то... Дружище. Еще немножко. Твою мать. Надо же. Он врезался. Было бы, конечно, хорошо, если бы он догнал. Но это навряд ли. Мины. Твою мать, финиш. Чего-чего, а этого я не ожидал. Больше всего меня бесит это то, что, блин, менты, они как-то, ну, даже если не видят, но поблизости, то они как бы вас находят. То есть нельзя так сделать, что, допустим, вы будете стоять где-то там за углом, или вообще просто припарковаться, и мент вас не увидит. То есть это, ну, просто нереально. Так, я специально еду, чтобы отремонтировать машину. Хорошо. Тут есть гараж, в принципе, давайте заедем. Один минус гаража — это то, что большая загрузка в этой игре. Но деньги мы положили, хотя их немного, 20 тысяч. Но сейчас мы опять же возьмем эту гонку. Она достаточно, блин, быстрая. То есть, я не знаю, 2 минуты и все. Короткая. Хорошо.
Вот она. Давайте ее на золото пройдем. Да, вообще нужно все проходить на золото. Никак иначе. Твою мать. Это очень плохо. Тут эти 4 километра, они очень быстро проезжаются. Что-то они тут тупняка словили. Непонятно. Можно срезать, но этого лучше не делать. Тут срез он галимый. Не очень удобно. Плохо. У него Эми там, да, или что? Ага, отлично, подбил меня, да? Вперед. Так, а вот теперь, ребята. Сейчас кого-то нужно словить. Да, допустим, тебя. Критическое повреждение, твою мать. Самое главное не впиляться куда-то. Каким образом ты меня там увидел? Как-то он так догоняет, неправильно. Так, пошел он. Давай, 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 давай. Сейчас более-менее спокойно, потому что все-таки машина целая. Так, тут я не помню куда, да. Так, вон можно, по идее. Только я не знаю, что там. А в принципе, все равно, давайте. Где развернуться, да, нужно? Отлично. Опять же, это сложное. Но это просто на время. Главное, хорошо проехать и все.
Нет. Еще один. Я один Линкольн 6. Пора притормозить этих гонщиков. Этот гонщик врезается во все, что видит. Вызываю все посты. Машины гонщиков крутят. Ой, не знаю, туда, не туда. Ладно. Положим. Ага. Что там по времени? Минута. Немножко дрифта. Эта погоня становится опасной для граждан. Задержите гонщика немедленно. Пою. Не вижу нарушителя. Еду к его последним координатам. Принято. Держите в курсе. Прием. Диспетчер, у меня 10.41 на ранчо Вастелли. Преследую его. Офицер преследует гонщика. Всем машинам выйти на связь. Нужно перекрыть дорогу, а то уйдет. Прием. Всем машинам. Пытаемся задержать подозреваемого. Слоупоки. Я воздух 14. Мы на месте. Видим объект. Мы упустили объект из вида. Давай, 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 давай. Отлично. Центр, объект снова перед нами. Диспетчер, нужна помощь. Есть свободные машины? Плохо, плохо, плохо. Твою мать, куда я поеду? Отлично, срез. Твою... Ну, я не знаю, должен успеть, должен успеть. Так, там перекрыли. 10-4, следуйте последними координатами и сообщите, если увидите цель, прием. А тут, по-моему, выпрыгнуть, да, можно? Давайте попробуем, нет, что из этого выйдет. Нужно заграждение. Ага, вот так вот, да, значит? А что такое 10.37? Воздух 14. Всем машинам. Мы на месте. Видим 10.44. Вижу новый объект. Отметьте, начинаю код 3. Так, 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 так. Заграждение не помогло. Погоня продолжается. На кону 200 тысяч. Может быть, гонщика прищучит, разобьют его машину, и мне засчитается, но... Возможно, даже и зря я это... Ну ладно. Блядь, что это было? Блядские прогрузки! Консоли, умрите! Я просто в шоке. Да пошел он. По идее, можно было там срезать, да?
потерян контакт, 1044. Включите в погоню тех, кто освободится. Прием. Дал ему вырваться, но ничего, в принципе. Это погоня. Схватка не нужна. Поэтому я даже как-то, ну, не знаю, не стараюсь. Разве что его только разбить. И мусор. 41, туннели Сан-Сет, преследуй его. Это, конечно, гонево. Прям исчез. 300 кусков. Чё это было? А, боже мой. Игра как-то просто издевается надо мной. Очень странно, что... О, боже мой, они тут перекрыли. Это вообще, конечно, бред полнейший. Потому что я ехал туда, потом развернулся, и они закидали меня тут. Критическое повреждение машины. Так, давайте без этого, ребята. Твою. Они просто жестко сбивают здоровье. Твою мать. Подозреваемого только что не мог стрельнуть. Пора его брать. Диспетчером ехал вот три, объехал заграждением. Заграждение установлено. А нарушитель меня ударил, он хочет вынуть... Нет. Она у нас, 1044 под стражей. Повторяю, она... Блядская игра. Блин, такой проект, и я не знаю, такое говно клепать. Что эта часть, что прошлая часть Most Wanted 2012 или в каком-то там году, 13-м вышел, 12-м. Просто жесть. Какие-то прям неучи. Вот ближайшая, да? Какие-то они прям все сложные. Ну, написано, что сложно. Блин, 300 кусков. Там, наверное, даже и больше было. А если бы еще ушел от погони, наверное, все 400. И до этого еще 200 кусков потерял.
Ну не должно быть такого, блин. Специально же заюзал эту херню, чтобы был удар от машины. Дефективная игра. Такое впечатление, как будто вот подобное делать, это уже норма. Гребаного дождя машина носит. Потерял контакт с кодом 3. Кто-нибудь его видит? Принято. Ориентируйтесь на последние координаты. Сообщите, если его заметите. Прием. Диспетчер, нужна помощь. Перекройте дорогу. Отказано в перекрытии дороги. Не хватает машин. Кто там наводил на меня? Теряю подозреваемого, он уходит. Мент, наверное, да? Твою мать, прям перед финишем. Ладно. Сейчас попробуем еще раз ее пройти. Так, где она была? Это вроде, да? Или нет? А, вот она. Отлично, он появился, да? Такой разбился и тут же сразу появился. Очень честно со стороны игры. Может быть, мины прикупить? Но опять же та же херня, я не могу понять, что с машиной. Опять же так же самое, нажимаешь, блин, вправо, то есть, чтобы завернуть, нихера не поворачивает. Ее как-то там или заносит, или подбрасывает. Принято, направляю подкрепление к вам навстречу.
Блин. Надо было по правой стороне ехать. Блядская Эми. И там финиш. Да ну ёпт. Хорошо, еще раз попробуем. Тут, если вот врезаюсь, особенно на том срезе конченном, то все, то есть теряешь несколько секунд. И все. Еще мне понравилось, как в самом начале сбиваешь, то есть гонщика. Даже если он там как-то разбивается, то он тут же сразу регенится и едет возле тебя. Просто шикарно. Какой смысл его выбивать? Еще я думаю, возможно, мины прикупить. То есть, вроде неплохая штука. Зато я так не появляюсь возле них. Я 2 Чарли 7. Преследую нарушителя скоростного режима на Грей Пайн Драйв. Офицер преследует гонщика. Всем машинам выйти на цель. Самое главное, видите, даже они тут не срезают. Наверное, специально, чтобы я тоже так не врезаться. Конечно, если поехать как они по встречке, то нитро регенится. И идет срез там быстрее. Опять не туда поехал, ну ладно. Какого хера меня так носит? Все. Гонка слита. Нет? Что-то там случилось, что он врезался. Критическое повреждение машины. Да. Напряженная серия получилась. И как-то игра себя неадекватно вела. Так, хорошо, на этом мы закончим, продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр, с вами был Бабкин, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании и пишите свои комментарии. Не забывайте ставить пальцы вверх, всего вам хорошего, до новых встреч, пока-пока.